Всем доброго времени суток. С вами я, Боровикова Юлия. Итак, лето прошло. Мы встретили осень, проводили детей в школу и отметили День знаний. А что нам готовят выходные? В эфире городского телеканала ЮТВ. Афиша. Самое время сменить аватарку. 5 сентября почувствуй себя топ-моделью. Профессиональная съемка в студии «Макияж». Заказать билет можно по телефону, который вы видите на экране. В эти выходные у вас есть возможность окунуться в удивительный аномальный мир «Сталкер». Судный день – это сценарная лазертаг-игра длительностью сутки. По сценарию игры стрелять или дружить, мародерствовать или торговать, обманывать или честно зарабатывать – решать только вам. Желающим поучаствовать – обращаться по телефону. Количество мест ограничено. Если не знаете, что такое йога и ни разу не были на занятиях, 6 сентября вас ждут на День йоги в России 2015. В программе ответы на вопросы новичков от опытных преподавателей. С чего начать практику, как выбрать стиль, как решить проблемы со здоровьем и что нужно для успешной домашней практики. С собой иметь коврик и отличное настроение. Falling down again tonight. Компания Уфанет готовит масштабный праздник для первоклассников «Дети – наше будущее». Квесты, большое количество площадок, на которых вас ждет масса развлечений, музыка, танцы, тысячи воздушных шаров. Скучно точно никому не будет. Приходите всей семьей 6 сентября в парк 50-летия СССР в 13:00. Вход свободный. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Это была афиша в эфире городского телеканала ЮТВ. Как пройдут ваши выходные, зависит только от вас и от вашего настроения. С вами была я, Боровикова Юлия. Увидимся через неделю. Пока-пока.